Всем привет, с вами Лорд Эстрагон. И сейчас будет топ-5 аниме-игр для платформы ГБА. Ну что же, давайте начнем. На 5-м месте располагается игра под названием Наруто Совет Ниндзя 2. Сюжетная линия начинается с экзамена на чунина. Что любопытно, в вашем распоряжении Саски, Сакура и Наруто сразу. То есть в ходе исполнения миссии есть шанс переключаться между героями. Когда кончается жизнь у кого-то из героев, то на его месте появляется другой. Всем любителям Наруто поиграть и почувствовать себя ниндзя будет вполне интересно. На 4-м месте располагается игра под названием Samurai Kyo. Отличный японский продукт, базируется на аниме-сериале. Игра может завлечь своим визуальным рядом любого игрока. Начиная игру, вы можете выбрать персонажа на выбор и очень быстро увлекаешься процессом игры. Есть разные удары и приемы у каждого из персонажей. А если про ваших врагов в игре, так это отдельная тема. Они могут использовать против вас дым, взрывчатки, яды, лазерные лучи и много прочего. Так что я рекомендую поиграть в нее. На 3-м месте располагается игра под названием One Piece. Игра про мечтательного и упрямого паренька Луффи, который умеет лучше всего драться, и у него есть заветная мечта — стать королем пиратов. В его наборе большое количество приемов: откидывание головы назад, размах рукой вперед, удар рукой, комбо-удар рукой, удар в прыжке, размашистый удар рукой. Бегая по экзотическим местам, он везде успевает нажить себе врагов, которым задает взбучку. Так что игра неплохая, советую в нее поиграть. На 2-м же месте располагается игра Шаман Кинг Повелитель Духов 2. Главного персонажа зовут Йо Асакура. Но те, кто смотрел аниме, те и так знают, о чем я говорю. У вас на пути встанет главный антагонист аниме и манги в целом. Брат-близнец Зик Асакура, который хочет захватить мир и уничтожить всех людей и тех, кто будет против него. Так что Йо Асакуре не остается выбора, как помешать коварным планам Зика. Так что помните, только вы и Амидамару сможете остановить его. Так что вперед, начинайте игру! И 1-е место занимает игра Pokemon Fire Red. Напоминает сюжет мультсериала про покемонов, выходивший в России. Те самые первые 150 покемонов. Главный герой игры отправляется к профессору Волку за своим первым покемоном. Каким же будет ваш выбор? Бульбасавр, Сквиртл или Чармандер? Выбирай как следует. После чего вам открываются такие возможности, как ловить других покемонов, проходить гимбитвы и получать значки за победой. Но главная цель, конечно же, выиграть в Лиге покемонов. Не упусти свой шанс почувствовать себя тренером покемонов и собрать их всех. Ну что ж, с вами был Лорд Эстрагон. Всем спасибо за внимание и еще услышимся.